Здравствуйте, 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 дорогие друзья! Вы на игровом канале Свободного, на канале, где проходят самые лучшие, интересные и увлекательнейшие видеоигры. Как вы могли видеть, у нас прошло пару дней назад, или сегодня, или вчера, короче, это Games Show 2022 года. И я сразу же перейду к тому, что, на мой взгляд, самое-самое сочное из этого мероприятия. Первое. Это, конечно же, дополнение Dead Cells Return to Castlevania. Какое же оно сочное, ребята. Как же я люблю Castlevania, вы бы знали. И а Dead Cells вместе с Castlevania это просто супер крутейший союз. Я настолько люблю Castlevania, что в детстве, когда я был школьником, я брал своего одноклассника, говорил, наставь на свое PSP, вот этот эмулятор, чтобы вот это вот, э, когда ты симфонию, симфонию ночи играл на наслаждайся, вот это вот лучшее, что есть. Прошло почти 15 лет, до сих пор люди делают по той самой костолвании, кучу кроссоверов и так далее и тому подобное. Игра просто офигенная будет, скорее всего. Очень интересный патч, очень бы хотела с него сыграть. Супер. Далее, что еще очень мне понравилось, это... Конечно же, I Hates 2, какой же это крутой будет, скорее всего, рогалик, я просто уверен абсолютно на все 120%, потому что первый Аид, он настолько был крутой, он ну, настолько был классный, что вот, 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 прям, вот, вот представьте, что я человек, который, я, я оставил ради первого Аида, чтобы в него наиграться вдоволь, работу с зарплатой под 100 тысяч под под белыми. Просто настолько я вот устроился на работу, думал, она мне даст свободу. Вот. Но так вот шло, что шло, что шло, что работа и как бы то, что мне, то, чем мне нравится заниматься, было как бы порознь вообще в разные направления. А вот здесь, короче, я сделал это, я ушел с той работы, чтобы наиграться в первого Ида, и я вообще полностью рад тому, что я сделал. Это выбор абсолютно правильный, уверенный, мощный, сильный выбор человека, который хочет э, брать от жизни то, что ему нужно. Так вот, я ушел ради первого аида, и сейчас я утром вижу, что выходит второй аид. И я думаю, ну, ну, вы, 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 вы понимаете, он будет крутейшим просто. Вот из того, что там... Самое главное, что нужно знать... Ну что там, там еще интересно, в принципе, финалка шестая. Э, шестнадцатая. Вот, хотя, конечно, она пошла по своему такому направлению как бы другому. Первое направление, компанейское, мне нравилось больше. Ну, ладно, все к лучшему. Так вот, самое главное, что надо знать, э, снова, э, чего вообще стоит ожидать в будущем из, 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 из Крутяцкого. Это Аид 2, это вот то дополнение, это ремейк Сайлент Хила. И пока... Ну и много всего, конечно, еще интересного. Вот, это из того, что я точно уверен. Это главное, что я хотел сказать. Вот. <кхм> а сейчас... А сейчас... Скоро... Завтра, А завтра, для вас завтра, для меня сегодня, э, я начну прохождение Disco Elysium. Да, я посмотрел, вот, я думаю, эту вещичку стоит пройти. А, еще Baldur Gaze, Baldur's Гейс Baldur's Gate стоит посмотреть. Вот, ладно, хорошего вам дня, увидимся завтра в 6 часов на моем канале. Всего вам доброго.